Да, здорово, ребятки, в общем, пару сек, сейчас начнем, посмотрим на это чудо-игру Overwatch, сегодня дали всем бетку, в общем, я скачал, погонял немножечко, ну, там второй левел вот получил, и, ну, короче, начну, когда вот расскажу, по пару сек, в общем. Да, все будет. Все будет. Все будет, но не сразу, как говорится. Мне надо сначала настроить, куда там чатик поставить и так далее. Я буду защищать невинных. Пока я не знаю, куда его вообще впихнуть. Чтоб он был прям удобно. А, какая же эта игра грустная. Я ожидал чуть больше. Так, надо поднастроить. Господи, там заставка доты на фоне. Сейчас бы в доту погонять. Какие-то отключения от интернета. Или что это? Без понятия. Короче. Не парься посередине. Да, не проблема как бы. Я-то могу и посередине, чё мне? Помни о том, что русский слушаешь. Да ладно, ты тоже слушаешь. Я не знаю, мне никогда особо не нравился типа Team Fortress, вот вся эта тема. И как-то я побегал, вот посмотрел и как-то что-то приуныл. Во-первых, игра не стоит своих 2000. Вообще не стоит. Вообще ни разу. Может, я не шарю, конечно. Ну, сейчас мы пойдем с нормальными поиграем. Я докурю просто. О, дичь завозят. Да говно этот Overwatch ГХС. Есть УЕ, остальное дичь. Да, не знаю. Слушай, а звук меня нормально слышно или так себе? Просто я там опять какие-то настройки менял, хрен его знает. Сам послушай. От вас дождешься. Вроде бы, наверное. Го в УЕ с подписчиками. Что такое УЕ? Ты нормально выражайся. Иди сюда, роботик. Иди сюда. С ракет-лаунчером. Вот эта телка топовая. Ни хрена себе. Надо полагать. А, Unreal Tournament. Ну вот как бы и вся игра. Ходишь, стреляешь по роботам. Я не знаю, но мы поиграем какой-то часик, а потом, наверное, в Hearthstone пойдем, потому что, ну, что-то первое впечатление от игры так себе. О, господи, куда он улетел? Братик, ты куда? Вернись. Ибо привык к движку у Unreal Engine. Я-то и думаю. Ладно, короче. Тут даже есть какие-то типа бустеры. Я был в шоке. Ну, контейнеры они тут называются. Мне выпала какая-то хрень. Я даже не знаю, как это посмотреть. И где это посмотреть. Вот тут, что ли? В коллекции ангел. Мне была какая-то эмоушен. Победная поза. О, я знаю, чем можно здесь заняться. Подожди. Подожди. Да, детка. Ага, угу. Нормально, да. Угу. Мне уже начинает нравиться эта игра. Да. Подожди. А где вдова? Ну да, детка. Так бы сразу. Мэйби тут что-то годное завезут. Хотя, кого я обманываю? Беру 3 леспов и молчу. Ну, так-то игра, конечно, обретает совсем другой вид. Да. Вот тут есть граффити всякие. Мне какие-то даже открылись. Как их поставить, без понятия. Как их вообще юзать, я даже не знаю. Наверное, на буковку Т. Господи, Чейзер меня сегодня весь день мучает. Серьезно, я только установил игру, он мне все время кидает эти приглосы в группу. Как бы 2К платить за то, чтобы посмотреть на жопу? Подожди, может где-то в настройках есть? Я хочу теги ставить. Это крутая тема была в 1.6. Я не понимаю, почему в Global Offensive ее убрали. Управлением. Угу. Быстрый удар. А, тут еще есть какой-то рукопашный граффити. В натуре на Т. Фу, скопировали. Некоторые платят 5К в час, чтобы заплатить за жопу. С этой игрой все ясно, неси следующую. Так, ладно, играть. Быстрая игра, своя игра, загадочная. А, кстати, можно свою игру создать и типа погонять с вами, у кого есть Overwatch. Привет, Фенго, Пати, Чейзер, отстань от меня. Ты меня просто выдрочил уже сегодня. Я тебя забаню. Гупати. А, зайдем против боец-эксперт. Матч против на уровне сложности. Но мы новички. С новичками, конечно, зашквар играть. Свистнуло НТВ название. Да. Я как бы играл, можно было сразу начать. Возьмем какую-то там машину-убийцу просто. Суперспособность заряжается. Нажмите, чтобы говорить. И с нами какой-то миним играет. Угу. Хватит бездельничать. Готовьтесь к бою. Мы просто пулемет. Привет. Атака начнется через 30 секунд. Думаете, в этом храме есть чем подивиться? Подтверждаю. Мы просто установка, я так понимаю. Моя суперспособность заряжается. Круто быть героем. Это самое любимое, когда есть какие-то в шутерах, ну, пулеметы, на которых надо стоять и просто стрелять на месте. Вот это вот прям топовый герой. Угу. 5, я шучу, конечно. 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите. Куда идти? Захват. Ага, то есть я в захвате взял вот эту вот защищающую хрень. Я молодец, да? Я у мамы молодец. Ну-ка вы. Ага. Тихо, тихо. О, господи ты, боже мой. Я кого-то убил. О, я кого-то еще убил. Как же я хорош. Тихо. Ставим просто вот так позиционно. Да, интересная игра. Экшон. Я понимаю, что я против ботов играю, но я доберусь, да. Мы сыграем и против настоящих игроков. Давайте ко мне. Поехали на следующую точку. Я не знаю, в общем. Можно как-то включить камеру не от первого лица? Или здесь такого нету? Кто шарит? Серия из 5 убийств. Да. А я так-то бахаю. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. ГГ. Камеры нету. Дорофен, кто играет в Overwatch? А кто-то я. Лежу в Венгрии, через пару часов слушать орган и ужинать на корабле. Ни хрена себе. Ну, по-моему, у тебя развлечения чуть лучше, чем у меня. Почему лучший момент не я? Я там минус 5 просто забахал. Изи вообще. Камеры нету, я понял. Может, не надо с ботами? Зачем портить людям игру своим скиллом? Эпический матч. Да почему? Да я был просто лучшим. Короче, покинуть матч. Моменты? Хрена себе. Тут даже реплей есть. Серьезно? Серьезно? Вот это да. Орган. Понял. Герой Бастион. Просто посмотрите, что я делал. О, господи, кто этот парень на Бастионе? Боже, а тут нельзя камеру как-то. Ой, просто одного второго. Вот это момент. Вот это вот почувствуйте просто эпичность. О, господи. Что-то в гилос. Окей, быстрее игра. А в Стиме, кажется, Бастион не доигрывает. Ну, хер его знает. Но мне надо еще немножечко разогреться. Я отвык уже от такого вида игр. Типа какие-то пострелушки, тем более они все быстрые. Hearthstone, как мы знаем, не совсем очень быстрая игра. Особенно, если ты играешь каким-то аутистом, который полдня думает. И тут я давно не играл в стрелялки, мне довольно сложно. 5 страйки получишь. Да я же ее не засираю, но мне просто не особо нравится эта игра. Ну, точнее, такой формат игры. Может, конечно, по стрелушке прикольно, но хрен знает. Ну, блин, баба в броне, йоу. Нажмите П для доступа. Я буду защищать невинных. Ах, мы в атаке, да? Чего мы ждем? Ой, сейчас начнется месиво просто. Просто месиво местное. Все системы проверены, готовы. Я не помню, что у нас, что у меня. Ну-ка. Просто на. Драгон Руслан, здравствуй. Тробана попробуй. Окей. Но мне пока вот эта телка понравилась. Она мне напоминает как бы Кваку, Рокетган вот этот. Прям топчик. А еще я могу летать, блин. И высоко прыгать. Йоу. Ну кто еще так умеет? В атаку! Местные козлы. Я не знаю, куда идти. Думал, перепрыгну. Слишком в себя поверил. О, я кого-то убил. Да ёп. А что у нас? А что у нас Ешка делает? А, там такая взрывная, я вспомнил. Тихо, 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 хилочку мне. Ага. Здоровье восполнено. Сейчас я их в спину трахну. А что надо делать? Атаковать вот эту хрень? Я захватываю объект. Я опасен! Или нет? Этот сраный трейсер. Тихо. Господи, не пугай ты так меня. А, до свидания. Где, кто? Да мне бы хилочку, мне бы хилочку, мне бы жить. Так, 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 так. Все системы в норме. Вы не представляете, какое у меня сейчас серьезное лицо. Хай, всем привет, Страйту Хелл. Надо на точке стоять. Да я понимаю. Блин. Я пытался овнить. Нажмите. Козлы! Запинали меня вдвоем на одного. Надо идти, короче, захватывать этот объект. А я что-то там бегаю где-то. Где-то не в теме. Я захватываю объект. Помогите мне. Давай, давай, герои, братан, захватывай. Хотя ты мне не брат, я тебя не знаю. Назад. Тихо. О, я ее укокнул. Обнаружим захват объекта. Ну или не. Я так и чувствовал, что эта тварь оттуда прибежит. Тихо, тихо, тихо. Немножко хп. Ну немножечко же. Ой, как красиво-то я ему дал. Так, вот тут хилочка была. Здоровье восполнено. Да идиот, идите захватывайте точку. Хрена вы там стоите. Фен, можешь за вдову поиграть? Да, могу. Мы выигрываем. Ой, у меня есть ульта. Ребятки, что сдались? Ах ты ж тварь! Ну ладно. Я просто стоял на месте, она меня тупо расстреляла. Так, идем на Б. Дичь пипец. Уже первых 5 минут хватило, чтобы понять, что это... Ну да. Я с тобой согласен. Она, конечно, очень такая вся спорная игрулька. Эй! Господи, она уже здесь, она уже там! Все системы в норме. Зачищаю территорию. Ой, как я ее взорвал. Захват пошел. Ух-ух-ух, ребятки, собрались. Блин, у меня ульта есть, мне куда-нибудь ее слить. Мафака? Фен секси поп. Привет, Баталюзен. Если бы ФТП, то я бы еще поиграла. Так, ну да, в том-то и проблема, что она не фри-то-плейная. Это что, я? Это не. Это у противников кто-то, по-моему. Нет? А мне кто-нибудь плюсик поставит? Что это за тварь? Убийство 5. Убийство объекта. Выполнена задача. Вы достигли 3-го уровня. Контейнер. В ТФ2 завезли графон. Ну, типа того, да. Кого мне там кто-то спрашивал с Ютуба поиграть? За кого? Я не помню. За какого-то... За кого... Приготовьтесь к обороне. Красавчика. За имбу играешь, пес. А, это имба? Когда в защите будете, понятное дело. Торберна. Торберн. Кто у нас? А, вот этот парень. Это механик. ММОРПГ, как игрушка. Да, не знаю. На раз, мне кажется. Типа, я вот сегодня постримлю и навряд ли буду ее играть. Вдову плес. Ну, потом. Нет, чувак первый попросил. Я даже не знаю, что он умеет. Ага, я понял. Отмена. Просто ставит турельки. А по стенам он умеет прыгать? Нет, не умеет. Назря. Какой потенциал. Так, а мы только что играли на этой карте. Дед с усами, давай по стенкам ползай. Какого хрена он по стенам не ползает? Представил, как плохо должен быть тиммейты, чтобы Фен попал в топовые моменты. Ой. Ой, ну конечно. Ой, да. Так, блин, надо сразу как-то туда поставить турелечку. Вот у меня такой вот у меня план. Вот прямо здесь. Опа. Их несколько можно ставить, интересно. Или нет? А как ей управлять? Она сама стреляет. Поди сама стреляет. Ну такие чисто на подсосе. Ставит турельки. Крайне сомнительно. Ну вообще да. Моя турель. Петух. А, на Е это лечить турель. Я понял. В общем, я немножечко зафейлил в этом моменте. Что это такое? А где враг? Алло. Тихо, 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 браток. Тихо. Сзади, как говорится, в засаде. А, я только одну турельку могу поставить. Ну и дерьмо. Какой же он не очень. Ёбаньки, что это такое? Турелька, давай. А, это я броню раскидываю своим. Я думал, это лечить турельки. Привет, Скорпиус. Сейчас бы выбрать героя, скиллы не смотреть. Пофиг вообще. Ага. Ага. Я понял. Ладно, поставим прям турельку тогда супер на... Господи, какой же он слабый парень. Прям вот вообще слабый. Я понял, молотком можно лечить турельку. Ху, хрен ты тут делаешь? Стоит, что там танцует. Петух. Так, нужно где-то хилочку найти. Не-не-не-не-не. Там навряд ли есть хилки. Так, вот здесь будет хилка, да? Ой, она ультанула. Так, у меня есть... И чего? А, я просто сам в турель превращаюсь, я понял. Алло, апгрейд турель. А как ее апгрейдить? А, еще и улучшить можно этой хренью. Вон, меня застрелил, тварь. Есть еще над чем поработать. Через двоечку надо апгрейдить? Или как апгрейдить турель? Турель номер 1. Броня бы не помешала. А, вот и там появилась-то хрень. Блять, как тут пройти? Лусюга там зажигать! Да ёпрцт. Молотком бей. Угу. Ой, там какие-то жирные, блин, твари. Гнида убил мою турель. Нет, только не мою турельку. Блин, там 2 танка таких жестких. Просто капец, они зашли, а наши где-то бегают, я не знаю. Просто забежал, сидит и расстреливает. Ну, потому что у нас инженер идиот и не прокачивает турели. Зачем, правильно? Правильно, зачем? Прокачивать турели, это все для пидоров. Жнец здесь. Жнец там вообще ни о чем, парень. Так, наши отбились. Надо пойти, короче, поставить турели. И попытаться ее хотя бы попробовать прокачать. Вот, что-то я забегал быстро. А, то есть я собираю вот эти штуки и могу прокачивать. Мне нужен металлолом. Ни хрена себе. Нормальная штука. Бен называла условия, после чего он родит. Она забыла упоминать, когда Фен станет умным. Лучший момент матча. Лучший момент матча. Гдзум какой-то. А, это паркурщик. Он прикольный. Он прям может круто бегать по стенам. Но я тут явно был не лучшим. Вот прям явно я был не лучшим. Топовых персов считается, но какую имбу, что ДЦП не даешь. Да я понял. Пожди, я хочу это самое открыть. Да, покинуть. У меня тут контейнер есть. О, бустерки. Надо монокос подрубать, чтобы они начали обузить их. Что это за говно? Демонстрация. Всех сокрушу. Угу. Окей. Какое-то не до граффити. Я, кстати, забыл, что можно граффити ставить. Вот, кстати, этот Турборин. Нимб, прикольно. на ЦП-плей в деле. Да ты не видел, как я за... Да просто не мой герой, я не люблю вот эту вот херню, какие-то турельки ставить. Бегаешь, турельки ставишь. Что это такое? Загадочные герои. Миру всегда нужны таинственные герои. Что это такое? Возрождение случайными героями, смена героев запрещено. А, CSDM-чик такой. Ну, го еще поиграем. Возьмем вдову, попробуем ею поиграть. Где там Чейзер был? Чейзер, ты где? Семечко. Потасовка, потасовка. Как ход только ТФ. Такое. Близо сюда впихнули потасовку. Я вот тоже не понял, какая нахрен потасовка. Ромашка. А мы вдвоем не поиграем, да? То есть вообще все режимы закрыты или что? Или ты там выбираешь? Это вы. Это Рустед. Гениально. Общение. Угу. Блин, турбосвином надо поиграть. Турбосвин прям топ. Чему ты сказал ромашка? Ну там было ромашка. Кто-то играл с ником ромашка. Стоит 7 ГБ качать, нет. Приготовьтесь к обороне. Так, где эта вдова? Награда? Что за награда? Френдзона. А, типа то, что я с другом, что ли, играю? А, это ты? Ясно, пока фен. В смысле? Я взял эту вдову. Алло, ты чё? Один выстрел, один труп. Так, чё она умеет? Угу, снайперка. Это дом клана Шимана. Это чё такое? О. Бонжур. Бонжур? А что это такое? Это просто мина какая-то или что это? 30. А, ядовитая ловушка, я понял, все. Нам защищать надо. Хватит бездельничать. Ну то-то же. Так, сейчас мы куда-нибудь позиционно встанем. 4, 3, крюк. 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Я хорошо стреляю так-то, да. Господи ты, боже мой. Будет кто? Нет? Я активировал поле. Конечно, за снайпера идти вот так. Тихо. Кто? Ах ты ж тварь! Закрысила. Ну, надо было не выходить. Мы типа в защите, нахерам нам выходить куда-то. Я еще и промахнулся. Тень, 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 тень. Опять меня сюда, да, занесло? Интересно, я до туда достану? Да. Изи. Не бы встать куда-нибудь на... Мина уничтожена. Какого хрена? Кто посмел мою мину? Так, тут по-моему, не вариант. Почему я никого не вижу? Можно как-то присесть? Видимо, нет. Выходи, подлый трус. А можно приблизить еще? Нет. Ой, там дракона кто-то запустил. Нет, тут, короче, позиция так себе. Жирного, жирного, жирного. А, ну я, короче, да. Куда-то просто. Вот я опять пошел. Сейчас опять фидану. Он там летает какой-то пес. А, бежать. Тихо, тихо, тихо. Я какой-то юзлес. Слишком. Забанить можно? Да, можно. Пен, можно с тобой? Можно, Чейза. Тихо, снайпер, не высовывайся. Ой, а кот попал. Не знаю, я убил, не я убил. Кто в прицеле? Так, у меня есть ульта, я не знаю, что она делает. Ой, как красиво-то дал. Просто на скилле. А, она просто дает вижен, я понял. Так, ну это вообще не вариант. Вот тут поставим мину. Ага, мощность заряжается. В левом углу стрелок. А, все время вот там где-то стоит. Ой, я ему в башку дал. Да поглотит тебя дракон. Так, вот там поверху кто-то бежал. Осталась одна минута. Тварь. Ой, мне хилочку кинул. Вот какой молодец. А-а-а! Давай, сдриснула отсюда. Тихо, тихо, тихо. Жирному, жирному по... Господи. О. Тихо. Осталось 30 секунд. Тихо, меня кто-то видит. Выходи, гнида. Никто не скрывается. Осталось 10 секунд. Не разрывайте врагов! Не дайте их победить! Объект нападают! Все туда! Ну. Бам! Ну, по-моему, не я убил, но все равно это было довольно-таки эпично. Победа. А я забыл, каким веселым бывают мультиплеерные шутеры. Молодой человек, с вами можно? Можно, да? Лучший момент матча. Руста? Да какой Руста? Просто посмотрите, что этот батя делает. Да он просто их за райд кликал. Ничего эпичного, просто зажал кнопку и бежал. Ну, так вообще кто... Да ну... Ну, Руста, да плюсик поставим. Руста, ты мне поставь. Я не знаю, что это дает, но да ладно. ДЦП героя эпик получить. Так, ну давай это самое. Покинем матч, пересоберем. Пересоберем банду. Чейза там возьмем. Ромашку возьмем. Мясник, вообще мясник. У-у-у, какой киборг. Граффити. Окей. Бэнг. Окей. Какие-то граффити надавали. Правильно, на чем-то бабки надо делать. Так, Чейза, где там? Рустет, Ромашка. Рустет, бери фризмага, ну что ты начал. Семечка будет играть? Выглядит неплохо, но покупать это спасибо нет. Да, да, в том-то и дело. Чисто вот на бесплатные бетки погонять. Приглашается в группу. Окей. Кто такой Гост? Это какой-то друг Чейза, что ли? Ну ладно. Всего-то 3К отдать. А может быть потом на каком-нибудь сайте можно будет купить его подешевле. Какой-нибудь ключик сольют или еще что-нибудь. Все еще бетка. Ну да. Илиос. Музычка тут единственная классная. Да не, ну в плане дизайна и всего игра миленькая, но... Не знаю. Мне кажется, что через 2 часа игры она просто скучной станет и все. Ладно, кем еще поиграть? Это саппорты. Нет, саппортами я не играю. Мне в доте. О, давайте. Турбо-свинья, короче. Турбо-свинья в деле. Разве не будет летом фри-то-плея? Я думаю, навряд ли. Я, блин, турбо-свин. Так, что он делает? Крюк. Передышка. Восполняет требования здоровья в течение короткого промежутка времени. Хилочка. Оружие для ближ... Что произошло? Уродливым пуджом. Ну это вот уродливый пудж. Я его и взял. Нумбани. Ауа, ауа. Где тут кнопка войса? По-моему, вот на тыльду надо нажимать. Но я не уверен. У меня какая-то... Или... Да хер его знает, братан. Го эскимоску. Эскимоска я против ботов бегал, она вроде прикольная. О боже, турбосвин! Я ходячий апокалипсис, мафока? Че за какой-то хрен? Йо. Я могу хокать! Левым шифтом, да? На ехилицу. Окей. Ока, ока. 30 секунд. А у нас есть танк какой-то? У нас некому танковать. Сейчас нас обоссут. Обоссут. Бери фреза, будь брейном. Мне спешить некуда. Мир вам, земляне. 5, 4, 3, 2, 1. У меня большая моделька. Дичь. Ладно, пошел защищать, а то я где-то по коридорам шарюсь. Интересно, а хук далеко работает или так себе? Там такой же, блин, но брейн. Ну как мне с дробачом против него сражаться? Пошел он в жопу, пусть приходит сам. Ясно, я понял. Я слишком жирный, чтобы вылезать куда-то. Во-во-во, вот пусть наш там разбирается, пуш. По-моему, правый... О, хил. О, мы всех видим, лол. А я ни разу хуком не попал, господи. О! PewDiePie! Мы всех отхерачили. Они почему-то все через этот проход шли. О, мне хилочку дали. Прям приятно. А ну сюда. Ха-ха-ха! Так бы сразу. Так, там трахер. Мафака? Где этот трахер? Нига? Нету. Ой, по-моему, не лучшая идея была. Не лучшая, мать твою, идея. Ну-ка, ну-ка, давай, за мной. Нет, нет. А, мы кого-то даже убили. А. Похиляемся. Не, вообще халявно. Ой, у меня есть ульта. А что делает ульта? Без понятия. Тихо. Ну заходи, алло. Не будешь заходить? А, я понял, что она делает. Она только для ближнего боя. Так, а мы защищаем? Нам еще 2 минуты надо защищать. Блин, хорошо, что у нас есть вот это читерство. А, это больно! Ёпта. Какая боль. Какая боль. Ты что? А! Ты ж так больно. Хил. Ой, хорошо. Блять, не попал. Тихо, да, перезарядка у меня, алло. Жалко, что он встает. Hello всем, привет, Роман. Я еще не понимаю, я попадаю во врага или не попадаю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у нас, по-моему, проблемы. Я не сказал, что мой герой прям очень крутой. Тихо, браток. Хил. Хилимся, живем. Они нормально защитили. Они почти захватили. Прям близко было. Близко к провалу. Давай, такой с угла выходит, я его сразу хукаю, сразу бам! Нет. Ну, давай. Плохая идея. Ёбаная макака! Понеслась, родная. Блин, не успел нажать хил. Я, кстати, нажимал, но он, видимо, в ульте не прожимается. Отпидорили меня. 10 секунд, ребят, 10 секунд! За турбосвина! За мамку Дина. Дополнительное время. Вот это проблема. А, нет, все. Пакет с краской не успел понюхать. Да, типа того. У меня мамон. Да какой гост, алло. Да этот бастион вообще жесткий. Ты просто тупо в турели превращаешься и просто херачишь правую кнопку. Ну, он прям с ульты расстрелял, да, неплохо. Уж по красоте он раздал. 18 убийств. А где я? Удачных бросков крюка. Сам себе поставлю. О, новый смайл. Да всем насрать. Не насосало, подарили. Так открытая бетка сейчас для всех. До 9. С 5 по 9, по-моему, если не ошибаюсь. Чувствую, за пуджа ты сосешь. Да нет. Я нормально пуджом играю. Так, ну что, кого взять? Я хочу лучника. А мы в атаке? Мы в атаке. Хочу лучника. У нас что-то много трейсеров. Если что, потом поменяю. Он вроде жесткий. А ее пофиг. Да. Запуска приложения. Странно. Я нормальных пару хуков дал прям. Один такой был качественный хук сразу со второй кнопочки. Бац! Просто. Честь нераздельна со смертью. Так, она искупает вину. Он вроде умеет по стенам бегать, да? Как я, насколько я знаю. Наисец. Это что делает? Это разбрасывает. Это что? А, это вижен дает. Да. Атака начнется через 30 секунд. Просто в голос. Просто в гилос. Спасибо. Набьем очков на новый рекорд. Ну, а вот так можно сбоку посмотреть. Жнеца бери. 5. Ну, на next game, окей. 3. Ну, или если меня убьют, я поменяю героя. Потому что этим довольно сложно играть. Захватите объект А. Вот так можно? Не, нельзя. Ёпт. Ладно. Что он там делал? Ну прям с зажатым луком. Господи ты, боже мой. Ну я в кого-то попал. Мне куда-нибудь забраться повыше. Тихо, 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 тихо. Вот тут кто-то был. А! Боже мой. Капец, он мне всадил. Не, ну тут вообще просто нереально попасть, я не знаю. Но зато она дамажит серьезно. Я веду захват объекта. Искусство обмана. Тихо. Так, объект там и захватили. Дал вижен пацанам, ну и сдох. Не, что-то мне этот герой не нравится. Жнец. А кто жнец? Ангел. Люсина. Ради достойной цели стоит пойти на... А, вот этот. Но мне, кстати, не очень нравится. Уже меняй класс. Жестянки. Дешевые и бесполезные. Так, подожди. Чем он умеет? А, он умеет телепортироваться. И что еще он умеет? Телепорт, да. Дыхание смерти. А на shift он что умеет? А, он типа это самое, неуязвимым, да, становится? Я понял. Какой-то, я не знаю. Мне кажется, я знаю, что тут зайдет. Ну-ка. Ну-ка, давай. Жнеца перезарядка с секас. Да, есть такое. Сопровождение. А, тут прям какая-то длинная миссия. Мы сначала атаковали, а теперь какое-то сопровождение. Ах, как же хорошо там было. Давайте доставим это. А, тихо. Вы у меня в прицеле. Нет. Мне просто в один глаз сигаретный дым попал. Боже, какая боль! Меня в прицеле. Я из... А мы выигрываем. Что это за звук? Господи. Круз остановился. У нас 76 прибыл. Герои, восстаньте. Я додумал, что это за звук такой. Это, оказывается, автомат заклинило. Ну что, доставим груз? Мне еще пока КД. Турель. От меня никто не скроется. Груз достиг контрольной точки. А? Груз поехал. Да ёп. Да отстань от меня, тварь. Ну ты, конечно, против Вижена не... Да как не попал-то, лол? О, хорошо. Дайте хил, дайте хил. Так-то лучше. Я полезный, я вот убил кого-то, да. Все не так плохо. Движется. Нужно его защитить. Туда поставим пока. Все системы проверены. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну выходи, нет? Yes. Тебе больно. Блин, где-то бегают. Это свой, я испугался. Очень полезно, нет? Ну как тебе сказать? Нормально. Много импакта внес. У кого-то я даже застрелил. Лучший момент матча. Это не наш, да, парень? А нет, наш. Нет, не наш, вон он нас перестрелял просто всех. Очень интересно сидеть на турели на одной точке и просто принимать людей. Охренеть вот просто. Просто охренеть. Как же интересно. Эпический матч. Убийств 0. Я что, вообще 0? Я вообще никого не убил? 0-1? А, вот. Нет? Я не понял. Я не понял статистику. Я тупой. Вы прибываете на Кингс-Роу. О. Бритиш мафака. Жнец имба. Не знаю, мне не нравится. Не очень долгий этот телепорт. Че, каким-нибудь танком бахнем? Мэй. Из них еще они какие-то попсовые вот эти герои. Поехали, Рейсхардом просто овнить. Бери трастера, я не знаю, кто трастер. Ой, набрали этих бастионов. Все бастионы быстро. Почему? А, не было. Да ладно, че. Вы под моей защитой. Я всех защищу. Танковать. Теперь я не буду крыса, я буду танковать. Это был рекорд за матч. Покидают, присоединяются. Чего? Где враг? 30 секунд до атаки. Постарайтесь там не умереть. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Капец, я здоровый. Молоток-то у меня какой. Я как бы компенсирую. Молоток большой, а биба-то не очень. Ты всех защитит? Нет. Так, нужно просто эту точку защищать или что надо? Мне надо куда-то в такой проход, откуда они попрут. Рустед, брат, защит. Что-то этот щит не такой же имбовый. Что-то я думал он по... А, тихо! Там турелька стоит, стреляет. Охренеть. Тихо там. Не-не-не-не-не. Я не понимаю, что мне делать. Не понял. Но мне хотелось очень убить турель, прям вот очень. Герои, ребят, держитесь, я иду. Я знаю, что у меня есть скачок, но... А чё у меня 500 хп? Из-за того, что у него есть крутой щит? Я больше не играю по правилам. Давай. Пошел отсюда. Он меня в ловушку кинул, тварь. Короче, меняем героя. Есть у меня тут задумка. Я на него бежал, а он мне ловушку. На просто! Козел. Бывший петух. Как жить-то теперь? Я думал, я его сейчас задавлю. Ага. Давай отсюда пошел. Бегает он тут своей. Как ВДВшник бабочкой махает он тут. Слушай, а вот этот, короче, с бомбами, он топовый чувак. Так-то. Спокойно, ребят, спокойно. Герои, восстаньте. Нам тут какие-то жесткие попались. Хук в никого. Ой-ой-ой-ой-ой. А, и перезарядка. Ну, прям вот тайминг я нашел, да. По-моему, нас обоссали. Что за бензопила, алё? Остановите груз. Я не понимаю, я вообще дамажу или нет? Ну-ка сюда. Так, у меня есть вот эта вот штука. Да толку-то? Я как будто их не пробиваю. Фин по привычке запуджа. Типа того, да. Ладно. Берем фару. Настало время тащить. А почему я в какой-то клоаке мира? Можно как-то быстро бежать? На! Не просто. Герой, Вот так-то, сюда. Серьезное лицо, просто нереально серьезное. О, как она подошла качественно. Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Что-то больно. Тихо-тихо-тихо, у нас проблемы. Хьюстон, heavy problems. Ах ты ж тварь. Я пойду дальше играть, всем удачи. Давай, семечко. Козел. Снова на связи. А мы выигрываем или мы проигрываем? Сейчас рванет. А, по-моему, я ошибся, да? А, хорошо. Блять, что-то какие-то проблемы начались. Как же он мне насувал, тварь. Я еще ульту слил в никуда. Сейчас расплавим. У, мафака. Восстаньте. Какой восстаньте? Какой, бля, восстаньте? Выиграли или мы проиграли? Поражение? Половинку скачал. Лучший момент матча. Ну... А, у нас тоже был этот бомбер. А, это он взорвал всех. Я думал, я туда тоже ракету дал. Я думал, это был я. Ни одного нашего. В чем наша проблема? Что-то нас жестенько, да, разваляли. О, контейнер. Ракету он дал, я всех взорвал. Так, ну, первое поражение. Не будем горевать, как говорится. Так, а мы что? Да и я хочу быть этим героем. Ну и чё? А, сбор команды, я думаю, что за бред. Ромашка взял этого ниндзю. Я буду защищать невинных. Я играю имбой, мне пофиг. Не волнуйтесь, друзья. Все системы проверены, готовы к боевым действиям. Зато я умею летать. Ничего себе, я круто выгляжу. Начнется через 30 секунд. Еще могу так делать. Левый просто на в пятак. На просто. Ой, а что это у нас тут? Лол, какой-то файтинг. Fighters of the Storm. Грязь, грязь. Так, где псы, где враги? Лол? Ну, понятно, справа никто не закрывал меня. Ну, просто впиндюлила мне. По-моему, стреляла в Чейзера, а попала в меня. Бред. Ёб твою мать. Снайпер, выходи. И чего? А почему мы? Почему у нас никто не захватывает ничего? Ладно, я постою, позахватываю. Чего уж там. Захватываю объект. Ебать! Уходим, уходим, уходим отсюда. Улетай. Зачищаю территорию. Тихо, блядь, помогите мне, помогите. Поджопника ему. О, нас дракон съел. Какой-то дракон из стены вылетел. Системы рапторы работают в штатном режиме. И как тут быть? Я захватываю объект. Кто меня остановит? Лети, лети, лети. Захватываю. Да, объект. Напихал. Помогите мне. Нет никого. Кого объект я там стреляю? Мой. Так, объект мой. Ой, вот это было красиво. Вот это точно я убил. Хотя, может быть, и не я. Выйдет оттуда, нет? Нет. Лети, лети, лети. Сорвался. Здорово, Фуль. Я бахаю. Герои, восстаньте. Ой, плохая идея, плохая идея, плохая идея. Ой, ну зачем я пошел туда? Стоял бы вот сзади и расстреливал бы. Нет. Сейчас расплачу. Сраный жнец. Оу. Так, чтобы ауешкой задевала. Ну, там, иди сюда, тварь. Давайте достанем его. Снайпер. Где снайпер? А, вот и да. Подойди и сразись со мной. О-о-о-о-о-о. Тварюга. Вы видали, что я сделал? Я подпрыгнул в воздух и завязал ульту. Какой же я умный. Я кого-то в этой игре даже убиваю. Вы просто видели, что это было? В повторе, меня какой-то лучник сана убил. Ну какие лучники против рокет-лаунчера? Ну что за бред? Нереалистичная игра. Вот вообще ни разу нереалистичная. Ой, запиндюлил там нет. Че так больно-то? Дайте хил, дайте хил. Что это за необразованная глыба? Я все время забываю двоечку юзать. Ой, не двоечку, а ешечку. Тихо, 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 хп. Вот в жопу. Тут можно как-нибудь обойти по-хитрому? Ой, хорошо, качественно. Да блин, там какая-то хрень, которая восстанавливает все время хп. Запидорил его. Да кто там? Ёбаная макака. Обезьяна в игре норма. Вот лук выбивается из реальности, конечно. Так, у меня есть ульта, надо как-то качественно опять так же заюзать. Взлететь в воздух и просто всех расстрелять. Зачем делать на пробел прыжок и на правую кнопку то же самое? Прикол. В турельку-то приятно стрелять с ракетницы. Ливень возмездия. Макака отъехала. Судьба привела меня к этому. Герои, восстаньте. Я тебе восстану. Они возвращаются. Да сдохни ты уже, господи. Я просто овню. Да хилочку. Ух, у меня прям такое серьезное лицо. Такого серьезного лица давно не было. Ой. Что за хрень? Там справа кто-то. Я слышу же, топочет. Блин. Тихо. Нам бы кого-нибудь, чтобы давал вижен, было бы вот прикольно. Блин, когда у меня там ульта? Тихо, 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 сраная турелька. Обезьяна чуть-чуть продавала кирпичи. Лол. Герои, восстаньте. Как игра. Я думаю, что вот в компании, в принципе, весело играть. Но если играть ее солиново, это чистая игра не для соло-гейминга. Вообще ни разу. Но так тупо пофаниться может быть. Так, у меня скоро ульта будет. Опять хп, жопа, жопа. Осталось одна минута. Ёпты! О. От ТФ2 не отличается. Я думаю, да. Вчера ты отдыхал, сегодня работать в доте будем. Ну. Нет, я сейчас еще немножко поиграю, потом пойду в ХС, а потом не знаю. Ночью, наверное, дота, да. Просто вчера у нас были праздники. Я решил провести день с Сандрой. Вот она и так обижается. Осталось 30. Так, и тут мой выход, и тут мой выход! Ну, такой себе выход, честно говоря. Вот его выход будет действительно мощным. Блин, как он меня попал? Я все фидонию. Сейчас расплавлю. Он через ульту. Сандра делали. Да ничего, гуляли. Мы проиграли опять? Да лол, мы ж, блин, выигрывали. Че за бред? Лучший момент матча. Бастион имба, короче, я понял. Пока хила фокусили. Прямых попаданий ракет 23 всех. Всего выпущено. Вот видите, как я. Я не так уж и плох. Я что-то могу. Надо, давайте, наверное, еще катку и все. Пати запили. Давай. Мне же надо ливнуть, да? А где ты там? Ай, мне нужно опять приглашать, да, тех же. Или не надо. Руса, да, я не могу пригласить. Ромашку не могу. А, они уже в матче. Я понял. Сейчас ящик откроем. О, что это такое? Демонстрация. Лучший момент матча. What the fuck? Да. Да. Значок. Ганимед. Это птица. Всех сокрушу. У меня уже такая есть, да, штука? Я готов. Прикольно. Че это такое? Ладно, я не понял. Меня надо пес. Приглашать? Че? Роман, Рустам, а, ну все, 5. Ну я, короче, одну ластовую буду играть, потом хейсик. Хочу тоже рачить. Если это топ, в конце эту гифку проплеет. Ну все, играем за жирного и будем топом. Вот та дичь, которая выпала из кейса. Да. Еще напишите, пожалуйста. Разжуйте поконкретнее, а то я не совсем понял. Нужно чуть больше разжевать. Че ж так долго грузится? Вау. Можешь ее сразу продать, вряд ли пригодится. О, я понял, да. Эти вот шутеечки, да? Шутки-шутеечки. Сейчас возьму этого сраного бастиона и буду просто овнить. Сяду в турельку и буду стрелять. Не, баба с рокет-лаунчером, по-моему, самая топовая. Это какой-то бред. Я не верю, что сейчас нету тупо игроков. Карина Твич канал забанили. Да, я видел. Я видел этот видео, Дженк. Там уже весь интернет радуется. Лол, мне мифик скин на солдата выпал, называется золото. Прикольно. Решила голый постримить на Твиче? Нет, нет. Примерное время ожидания 4 минуты? Вы серьезно? Вы рили так думаете? Солдат Златоземья топ. Да. Золотоземье. Ясно, ждем тогда уж. Что-то можно сделать. Посмотреть игровой профиль. Я могу посмотреть? Максимум убийств 14, максимум убийств у объектов 6, максимум урона нанесено. Угу. Одиночных убийств 9. Угу. В среднем 7 убийств делала. Я полезный. Уже никто не плеит Overwatch. Понятно, да. Наигрались и забили. Выиграно матчей 5, сыграно матчей 7. Так, смертей 22. А сколько всего убито? 22. Ну, 55 на 22. Почти 50%. Гожницом фен. Да он отстой. Ну, серьезно, 2 минуты. Угу, угу. Привет, Копечу. Шапки повыбивали и ушли. Ну, я о том же. Ура! Пососики! Вы прибываете на Инфус. Мы, интересно, в дефенсе будем или где? Я поставлю просто турельку и буду... Сяду в турельку и буду раздавать. Приготовьтесь атаковать. Мы в атаке, йоу. Йоу, мы в атаке, не круто. Кого бы взять, погамать? Не понравился свин. Этот встроенный хил, конечно, в нем. Бастион. Бастионом в атаке, по-моему, такое себе. Инфара мне тоже нравится. Топовая чика. Сырсертаки. Фитаки. Ну попробуй. Ладно, жнец так жнец. Мне он не понравился. Я не знаю. Телепорты, конечно, это все круто. Топовая перезарядка. А он в этой херне вот неуязвим, когда на Ешку нажимаешь. Тихо. Да. Ясно. Туда, напарник, подлети. Да какой телепорт, господи, не та кнопка. Так вот, то, что пикает, мне совсем не нравится. Лол, что меня сбило? Телепорт. Да куда ты? О, боже мой. Вот это я телепортнулся. А-а-а. хотел наверх. Что-то пошло не так. Ага, я опять, да, кнопки перепутал. Ей это телепорт, да? Тихо. Телепортейшн. Смерти. Господи. Не понимаю, у меня игра подлагивает или это что за бред? Ёпта, опять не та кнопка. Ну, что ты будешь делать? Да ну куда ты, господи? Ой, мама. А где наши? Чё они там делают? Сейчас в спину зайдем. Ливень возмездия. Нет, это же волнительная. Ну вообще. 8 патронов, ты пока там выстрелишь, от тебя не с автомата нарезать. Хотя в нем вроде неплохо, да, дэмэдж. Ну вот опять куда-то в кусты телепортнулся. Найс сыграли, просто найс. Юзлес говно. Че за лаги? Да-да-да, есть какие-то пролаги. Ну его нахрен, говна кусок. А попробуем этим. Все мы теперь солдаты. Время убивать. Простым дефолтным солдатом. 5, 4, 3, 2, 1. Готовьтесь к бою. Захватите огнем. А тут откроется? По-моему, не откроется, да? Захватите объект. Что он делает вот так? А, просто бегает быстро, да? Да ёпта, да что тут? Надоели эти подлаги, реально. А? Попалась? О, боже. Просто невозможно плеить. Я примерз, мафака. С мышки добавить, да. Вообще. Я не остановлюсь, пока не закончится бой. Заря в боевой готовности. Дима, какой-то нам сервак левый выдали. Или я хз. О боже. Не. Забей. У всех лаги, да. Я буду защищать невинных. Пиздец какие. Есть такое. Просто невыносимо. Вот так. Зададим им жару. Облачко. Слейтесь со сферы. От меня никто не спит. Просто нереально плеить. Боже. Я захватываю объект. Нужно подкрепление. Дополнительное время. Все, поражение. Ясно, в общем. Нам выдали какой-то сервер левый, и на нем просто пинга нереальная. Мы в жопе. Лучший момент матча. Эй, лирик. Интересно, настоящий лирик? Или нет? Прикольно он. Дайте кто-нибудь на стрим лирика. Эпический матч. Видеть, как вершится справедливость, уже награда. Ну да, я хочу левел получить. Открыть ящик. Что я хочу? О! Рашка. Так, мы опять в атаке, да? Приготовьтесь к обороне. А, нет, мы в обороне. Дядюшка Бастион выходит. Если будут лаги, го переищем. Окей. Вкус клюквы на губах. Клюквы в сахаре. Да клюква в сахаре. А почему мы шестером? Так. На что смотрим? На букашку. Что-то не похоже на рашку. Вообще ни разу. Откуда они пойдут? Я ж не знаю. У меня на тебя большие планы. У меня на тебя большой стояк. Прикольно, он встал там. Да тоже как-нибудь так. 5, встать повыгоднее. Ну-ка вот так. 2, 1. Начинается атака. Приходите. Тихо. Да! Тихо. Умри, гнида. То-то же. Нет, да, нет, да. О, прикольно, тут можно наблюдать за всей дракой. Где враг? Алло. Хотя он мне развалил кабину. Откуда им знать про реальную Россию? Надо было вставать и просто убегать, но Мне была лень. Каких-то роботов строят. По-вашему, мурашка? Вражки, роботы. Ну, такое. А, опять этот петух. Оглушен. Нет, нет, нет. Да не та кнопка, господи. Он меня просто сбил с ног, петух. Нету помощи от команды. Объект Б. Б. Но у меня сейчас ульта есть. Сейчас-то я им дам просраться. Тихо, тихо. Хилится, хилится. Да ну не! А ему умирать. А кто будет умирать? Распидорили молодых. Роботы захватили нас. Я, по-моему, ничего полезного не сделал. О-о-о, он там ракетами закидывает. Ну да, против этого ракетница неплохо работает. Он стоит в свое время на месте, ракета закидываешь. Где враг? Блин, кто-то слева сверху. Блин, как бы подняться наверх? Херовая ситуация. Ну, мы вроде бы выигрываем пока. Какая-то позиция тупорылая. Не-не-не-не-не, тише, тише, тише. Ну, что там, и хиляется, что ли? Ну, а я тоже могу похиляться. Тихо. Ой. Это я что, Романа убил? Лола, какого хрена? О, тут снайпер сбоку. Проблема. Там гниль меня выцеливала. Ну и то два раза промахнулась. Эх, фен. ЛС! Богдана убил? Богдана нельзя трогать. Ханзо. Ханзо. Не-не-не, ну что-то вот ты когда садишься, вечно какая-то проблема. Снайпер убил. Козел! Блин, у меня ульта есть. У меня была ульта. Ладно. Как посмотреть счет? Непонятно. Где враг? Умерли нахер. Странный снайпер специально меня вот это фокусит. Привет, Владислав. Короче, я ему сейчас покажу, кто тут снайпер. Герои, восстаньте! Один труп. Один выстрел, один труп. Вот так-то. Ну что, проиграли? Лол. Какого хрена? У нас же было все хорошо. Как только я начал фидонить, мы и проиграли. Почему Роман за них играет? Ой, Рустед. Топовый момент. Да, ну понятно, просто там турельку поставил. Вот это вот. Ну топовый момент, конечно, да. Конечно, да. Просто сдох. Рустеду поставим плюсик. А что, мне левел дали или нет? А, вот. Да, все. Харе. Харе играть в эту дресню. Задудосит тебя. Да привет, Скорб. Что ты на чем-то? О, демонстрация. Лол, у него одна нога. О, что это такое? 50 валюты? Нихера себе. А это что такое? А, тут тоже граффити. Так и не поставил ни одно граффити за игру. Ладно, все, харе. Харе в это играть. Большинство в Overwatch бахают. А мне плюс не поставил, я же хорошо его вас убивал. Ну, так-то да, так-то да. Почему-то заставка доты у меня. Почему? Никакая не заставка дота. Мы пойдем хейсик поиграем. Иди в хейсик. Да, да, сейчас пойду. Так, включим пока ХС. Я предатель? А почему я предатель? Я не предатель. Мне, конечно, тут долго надо будет всякую хрень настраивать, но... Что поделаешь? Так, это не то. Почему-то это отличается от этого. Мне интересно, почему. А, потому что я же другую рамку ставил. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Так, где наш чатик? Угу, угу. Гриша актив. Я даже что-то не заметил, что кто-то где-то подписывался. Так, Hearthstone'чик. Открыть и играть. Чтобы какой-то фон был хотя бы. Так, надо еще игру поменять на стримах. Ну, алло, ты будешь там радоваться или не будешь? Кстати, в Hearthstone заходит в 2 раза дольше, чем заходит в этот самый, в Overwatch. В чем прикол? Так, окей, меняем Hearthstone. Сохранить. сохранить. На твиче сохранить. Так, ну и надо будет стримчик перезапустить. Сохранить. Уже можно писать? Можно. Можно все. Так, где там я? Надо еще свою вебку поставить куда? Туда, куда надо. Так, везде название поменяно, все.